Формирование штамба, третий год. Это гортензия Great Star. Высокорослая гортензия с разреженными цветочками. Штамп у меня ровный, высокий. Оставляла сразу два междоузлия, на которых распустились 4 ветки. Все идеально. В следующий раз я резала на одно междоузлие. Если не считать вот это, распустилось еще по 2 ветки. Итого сейчас у нас 8. Поднимать штамп выше я не хочу, поэтому также обрежу коротко. Крайние тонкие срезаю покороче. Здесь в центре повыше. Вот как получилось в итоге. Но, наверное, я не буду оставлять в центре высокие побеги. Тоже срежу их коротко. Вот так. Сейчас этот штамп не очень высокий, но у него очень длинные приросты. И цветки будут на уровне глаз. Пока он сидит у меня в ведре. Так и перезимовал. В этом году я планирую высадить его в грунт.